модель сеточка ТКЛ-961. Они большие и подходят по размеру для этой лампы. Комплектация обычно идет две штучки. Сейчас одну из них мы сюда приспособим. Делается это просто. Тут есть завязочки, которыми мы просто завязываем два узелка и затягиваем их на гусаке. Можно сделать два узелочка, затянуть потуже. И остатки, чтобы они в дальнейшем нам не мешали, резать ножиком. Все. Хочу напомнить, что сеточка, вот так вот ее можно дергать и трогать только до тех пор, пока она не обожжена. Вот. Сейчас эта сеточка у нас готова к эксплуатации, то есть мы сейчас ее обожжем, и после чего она, в ней будет катализироваться газ и выделять то освещение, которое нам необходимо. Для чего, в принципе, все это и затеяли. Для этого нам нужно закрыть здесь подачу топлива. Слегка открыть газовый баллон. Открываем. Открываем и проверяем. Желательно, конечно, мыльным раствором проверить. Но я уже проверил все до этого. Вот, чтобы отсюда газ у нас нигде не сифонил. То есть я баллон открыл. У нас газ отсюда не идет, значит, он больше нигде не поедет. После чего открываем подачу топлива непосредственно саму лампу. Открываем немножко, это будет слышно. После чего спичкой, зажигалкой. Немножко открываем, и мы видим, что сетка начинает обжигаться. Газ сильно не подаем. Сеточка обгорает, немножко обвисает. Можно открыть подачу топлива. Она обгорает до конца. Все, мы видим, что больше дым не идет, копоти нет. Можно закрыть подачу топлива. Для того, чтобы установить тепло. Закрыли на баллоне. Газ у нас вышел из всей трубы сюда. И сейчас у нас сеточка потухнет. И закрываем подачу топлива на сеточку. Как видите, сеточка у нас стала серо-белого цвета. То есть сеточка приведена в рабочее состояние. После этого нежелательно лишний раз дергать, трясти конструкцию. Почему? Потому что сеточка может осыпаться, так как сеточка состоит из асбестовой ткани, которая после обжига становится достаточно хрупкой. Вот. После чего мы ставим на место стекло. Ну, лампа продается с пленкой. Сейчас мы ее снимем, потому что если мы не снимем, стекло просто ее расплавит. Вы будете долго переживать, откуда же это все пахнет. Подвигаем. Открываем баллон. Открываем подачу топлива на лампу. И поджигаем. После чего можем регулировать мощность. Сейчас я выключу свет и посмотрим, насколько это будет результативно. Сейчас посмотрим, насколько это все у нас видно. Вот так мы закрыли. Сейчас, одну секундочку. Отключаем вспышку. Как видите, освещение можно сделать поярче.
Вот эта мощность, в принципе, она сравнима, как я смотрю, порядка 150 ватт лампочки обыкновенного свечения. То есть также можем наблюдать то, что тепло от этой вот. Вот я руками развожу сейчас, вот здесь моим рукам уже тепло. То есть для обогрева, допустим, простой палатки для зимней рыбалки этого будет вполне достаточно. Также мы можем регулировать мощность лампочки от самого маленького ночного режима до, как видите, при таком свете можно не только читать, рыбу ловить, но и... Итак, мы проверили, как запускается эта лампа, показали ее устройство, показали, что в этом нет ничего сложного. Меня зовут Арсений, подписывайтесь на наш канал, рекомендуем!